Так, ну что, продолжаем гоночку. Давай поворачивать нормально. Да. Все. Ну, мотыляет капец. Я не знаю, что делать с этим мотоциклом. Он мотыляет капец. Просто. Ровно не едет. Вот чекпоинты берутся нормально такие. Ё-моё, куда ты слетела? Всё, поехали быстрее. Нет, а как поменять этот мотоцикл? Сейчас попробуем поменяем мотоцикл на другой. А какой у меня там уровень? А, предпоследний. Не, нормально вообще. Ё-моё, ах ты, успел. Есть. Блин, а меня аж перевернуло всего. О, финиш, финиш, финиш уже. И мы практически завершим всю эту гоночку. Игрушку практически прошли. Все, остался последний. Так, ну что ж, вроде бы как прошли уровень, да? Так, рестарт и mail меню нам дается. Racing мод есть. О, нифига там сколько уровней. Нам с машинкой будем. Да, ё-моё. Ой-о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 й. Так. Этот, наверное, не пройду уровень. Да чё ты не можешь ехать нормально, я не понимаю. Чё тебя переворачивает-то? Так, давай попробуем турбо включить. Угу. Включаем турбо. Есть. Проехали уровень. Нет.
Так я и думал, что она будет прозрачной. Опа, взял датчик, отлично, поедем. Так, финишировали. Ох ты, а тут я провалился, слушай. Блин. Опа. Так, ладно, попробуем еще раз. Давай, 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 еще немножко. Блин, ладно, сейчас еще раз попробуем. Блин, машинка уже далеко уехала. Блин, она едет медленно, но она зато по рельсам едет. Ну что ж, ребята, прошли мы этот уровень, прошли мы практически всю игрушку, так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока!